Body got a deuce. What? Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Твист, и сегодня мы, так сказать, окунемся в прошлое, а именно посмотрим мои самые первые механизмы, самые первые мои карты, которые я строил, начиная с версии 1.4.2, по-моему, вроде так. Начиная с этих версий мы будем смотреть, и, может быть, я также оставлю ссылочку в описании на все эти карты, то есть можете скачать архивом и посмотреть, также поиграть, может быть, на них. И также перед началом еще видео я хочу сказать то, что если это видео наберет много лайков, то я сниму обзор на свой самый первый канал, который начиная с 2012 года, точнее, конец 2012 года, я зарегистрировался на YouTube, это мой самый был первый канал. Там еще остались видео, по-моему, 4 или 5 штук. Мы их посмотрим, я их прокомментирую. И также я могу сделать обзор на свой самый первый механический дом, который я строил. И также был уже только для другого канала, я делал уже там второй канал, который тоже сейчас там видео все удалены на нем. Вот. Ну и вроде бы все я сказал, хотя стоп. Нет, я еще не все сказал. В общем, у меня есть карта, которая привязана к моему летсплею. Летсплей с механизмами. И значит, я такой захожу, спавнюсь я где-то вот там, вот как обычно, не обращайте внимания на то, что я в креативе, спавнюсь я вот здесь, захожу на вот эту вот сторону и вижу вот это вот зрелище, то есть просто заспавнившийся чанг. Я не знаю, что с этой картой произошло, я думал, ну ладно, один чанг, чем бы и нет-то, я его уберу быстренько и все. И будет все нормально. Но не тут-то было. Посмотрите просто на всю эту карту. То есть, точнее, вот где вот мои все вот эти вот механизмы, точнее, где я собирался строить, просто посмотрите. Здесь заспавнился чанг. Там, вон, видите, полгоры нету. Здесь вообще, вон, что-то генерация... Лол. Здесь, походу, генерация сбилась просто-напросто. Видите, вот эта хреновина заспавнилась вот здесь. Хотя она должна была быть вон там вот. А вот это вот получается вот здесь должна была быть. В общем, здесь походу сбилась генерация. И я не знаю, почему она сбилась. И какого хрена она сбилась. Так, давайте я сейчас быстренько ВК вырублю, чтобы оно нам не мешало. Так. То есть, смотрите. Генерация сбилась. И я пока что... Не знаю, как решить эту проблему, я у вас решил спросить. Я создал новый мир. По сиду я нашел это место, где мы будем, собственно говоря, где я, точнее, строился. Вот, я уже тут начал строить, поставил себе вот 4 печки, поставил верстак, 5 сундуков, еще одну печку и кровать. В сундуках абсолютно ничего нету, то есть все ресурсы, ничего здесь нету, и ничего я еще не строил. Я решил спросить у вас. Давайте я сделаю так. Я построю все то, что у меня построено в креативе, кроме шахты. То есть, ну, вниз я копать буду уже не в креативе. Я построю все это в креативе, то есть все вот эти мостики, вот этот, который водопад у меня здесь был, оформлю там вот проход, который я оформил в креативе. Но взамен я отдам все свои ресурсы. То есть это будет на новой карте уже. Я эту карту, наверное, скорее всего, чтобы больше таких генераций не было, я, скорее всего, ее перемещу на сервер. И вот, собственно, вот так. Потому что, ну блин, я этот летсплей забрасывать не хочу. Я решил спросить у вас, что мне делать. Давайте я просто построю в креативе это все дело. И мы будем дальше выживать, собственно говоря. Только уже я ресурсы свои я возвращать не буду. А оставлю все как есть. Просто будет постройка. А ресурсы уже точнее будем добывать уже без креатива. Ну вот такое вот, собственно говоря, у меня к вам предложение. И давайте начнем уже обозревать карты. Потому что уже что-то я затянул слишком с отступлением. И первая на сегодня карта это PvP арена. Давайте зайдем.
посмотрим, что у нас здесь есть. Вы, кстати, не обращайте внимания на то, что я запинаюсь. Давайте я мирное сделаю. Спавнимся мы изначально здесь. Я уже записываю третий раз. И меня... я уже хочу записать побыстрее этот летсплей. Ой, летсплей. Этот обзор. Потому что меня то отвлекает, то еще что-то. То у меня микрофон барахлит. Поэтому я уже хочу побыстрее записать этот... эти обзоры и побыстрее выложить. В общем, спавнимся мы изначально вот здесь. То есть так вот, так вот все это происходит у нас. Здесь, как можете заметить, на всех табличках написано иероглифами, в чате пишется иероглифами, потому что эта версия, по-моему, 1.4.7, где-то так, или 1.4, ну, короче, где-то 1.4. И при нажатии на рычаг у нас открывается вот такая вот хреновина. И здесь так маяки светят. Есть такие два меча, алмазные и железные, которые я тоже строил очень долго. Также есть такая вот арена, которая строилась без помощи MC-эдитов всяких, World-эдитов и так далее. Здесь есть две команды, красная и синяя, и задача каждой команды сломать шерсть. Сломать шерсть, короче, точнее, вот эту шерсть надо перенести на свою сторону. Я вдохновлялся на тот момент таким летсплейщиком, как Фес, по-моему. Если вспомнили такого летсплейщика, то ставьте лайк. Он тоже летсплейщик по Майнкрафту, тоже делал механизмы всякие, он делает это все в выживании. Вот, так что если вспомнили, то ставьте лайки. Вообще я многими там вдохновлялся, но в основном я смотрел Феса на тот момент. И у него тоже такая подобная карта была, только она была на сервере. Ну, а я, естественно, строил все это в выживании. Тут также должна была быть песочная стена, которая обрушалась при нажатии на вот этот рычаг. Как можете заметить, там вон поршни, видите, выдвинулись. И тут давалось каждой команде определенные ресурсы, время, по-моему, 5 минут. И команда должна была строить баррикады. Вот, и защищать свою половину. Вот такая карта. Также тут можно было, помимо синей и красной команды, выбирать оператором быть ли вам. И можно было выбирать также зрителя. Ну, вот такая вот карта. То есть, ссылочку, как я уже говорил еще в начале видео, на все карты, которые я обозреваю в этом видео, будет в описании. И... давайте перейдем уже, наверное, к следующей карте. Следующая карта — это, так сказать, зарождение всей моей Redstone-карьеры, можно так сказать. Это карта с моими механизмами. То есть она еще... она не такая большая, эта карта. Эта карта вообще начиная с 2012 года, то есть где-то вот так, вот в этом районе. И, как можете заметить... здесь еще все вот эти самые мои первые механизмы. Всякие вот они, эти три статуи знаменитые. Тут вот тоже всякая хрень есть. Также вот этот вот механизм. Я делал обзор на своем самом первом канале. На вот этот механизм. Я его даже строил. И также для меня вот это было это просто эпическим уже механизмом. Это просто выдвигалось слово «Привет». То есть, как можете заметить, просто выдвигается поочередно буковки слова «Привет». Это для меня уже на тот момент это было эпическим механизмом. Также вот тот вот пол, который Хитман делал, также был такой парниша, как подкаст. Я у него тоже смотрел ролики и делал тоже лифт. Вот это его лифт, по-моему, и вот это тоже... я по его гайдам смотрел и делал вот эти механизмы. И тут также вот есть там пушки всякие. Довольно-таки интересные. Давайте посмотрим быстренько. То есть вот можно нажать на кнопочку и даже пострелять с этих пушек. Давайте вот так и нажмем на кнопочку. И далеко, конечно, она стреляет, эта пушка. Также есть... здесь тоже эта пушка рабочая, также вот над жителями всякие издевательства. Ну, блин, мне эта карта вот,
Просто я летаю, я вспоминаю, как я это все строил, как я вот здесь вот так вот становился. Каждую серию на своем самом первом канале, вот так вот сейчас, F5, вот так становился. И на фоне этих двух статуй я записывал ролики. Также вот здесь вот эти статуи я копировал с Эдитом. Я тоже смотрел Феса, и он делал обзор, точнее, как не обзор, а гайд, как пользоваться MC-Editом, и я у него смотрел и учился пользоваться MC-Editом. Также тут всякие таймеры, можно даже сделать вот так, смотрите, мы сейчас зайдем на мою основу, то есть это вот это вот сейчас моя основная карта, на которой я строю все свои механизмы. И можно заметить то, что здесь все то же самое, только уже более побольше механизмов, если можно так назвать. То есть тоже, вот видите, здесь всякие вот, строились механизмики, тут вот всякие боулинги, ловушки, вот они, эти лифты. И вот здесь это уже более поновее всякие инверторы, прочие генераторы короткого импульса. Как можно заметить, здесь такое вот хреновина. Кстати говоря, а ну-ка. С помощью Glowstone работает? Нет, не работает. Раньше это был этот, как называется, типа X-Ray. Есть тоже всякие вот механизмы. Я помню, смотрел Трейна, Пела, подкаста, Феса, еще там кого-то я смотрел, я не помню. В общем, много таких вот... А, Хитмана смотрел. Много таких старых каналов, которые уже давно позабрасывали свою деятельность на YouTube. Ну, некоторые еще, конечно, снимают, а некоторые уже, увы и ах, позабрасывали. Хотя ребята были довольно-таки клевые. Я их смотрел, и по их гайдам я все это строил. Как можно заметить, там уже идет более новая часть карты, где уже более новые механизмы. Ну а это остается как память, как старая карта. Вот эту карту основу я никому не скидываю. Есть только уже выложенная мною карта. Видео у меня было, типа, что я бросаю заниматься редстоуном. Вообще Майнкрафт бросаю. И там я выложил свою карту механизмов. Но там тоже... Нет, там все вот это есть, но без уже новых механизмов. Можете также зайти на это видео, скачать карту эту. Может, вам пригодится. Может, какие-нибудь механизмы возьмете себе на заметку. Также тут всяких вот много проходиков секретных, я не знаю. Вот тут. В общем, тут механизмов очень много. Тут, если эту карту летать и обозревать, это займет очень много времени. Ну, давайте уже перейдем к следующей карте. Это уже более... побольше, точнее, проект. Это уже крестики-нолики. Крестики-нолики. Это вот такой вот проект. Как можно заметить, тут уже куча редстоуна. И строил я этот проект тоже очень долго. Где-то я, по-моему, это даже вылаживал его, этот проект. И, как можно заметить, здесь тоже вот такая вот крестики-нолики. Поле я уже снимал здесь обзор, и в итоге у меня нормально не получилось его снять. Два раза причем я это сделал. Вот, нажимаем на кнопку, и там крестик выдвигается. Ну, здесь, естественно, без всяких механизмов блокирации. То есть можно нажать там же на нолик, и будет вот тут нолик. Как можно заметить, без всяких механизмов блокирации, зато с счетчиком. Вот такие вот. Такой, собственно, механизм, давайте его облетим. В принципе, здесь рассказывать много нечем. Этот механизм, по-моему, я делал его на версии 1.4.7. По-моему, я не помню точно, тут всякие вот Т-триггеры я использовал. Ну, в общем, много я чего здесь использовал. И в основном здесь, на тот момент, я, точнее, использовал все свои знания в Redstone. Вот так. Здесь тоже, вот как можно заметить, всякие эти отвечающие за таймер хреновины. Вот тут
сам таймер вот этот вот, который, вот этот таймер, который я подсмотрел, типа, сделал, чувак делал какой-то обзор на часы, и я взял у него этот таймер на вооружение, и получилось как-то так. Ну, вот такой вот механизм, в принципе, говорить здесь больше нечего, я так думаю. Для меня это было тоже очень эпическим механизмом на тот момент. Ну что ж, давайте теперь перейдем к последней карте. Это карта PvP, точнее PvE-арена. Даже нет, моб-арена. Моб-арена. Давайте перейдем. Я уже тут снимал, как я уже говорил, и вот я тут тестил немножко. В общем, давайте мы вот так сейчас побегаем. Люди, которые подписаны на меня уже давно, которые смотрели мой механический дом, они, наверное, видели эту карту, точнее, эту арену в моем механическом доме. Да, она была в моем механическом доме, она присутствовала, я делал... точнее, я ее копировал MCED-ом, просто взял и скопировал ее. И мне надо было сделать две арены, и в итоге вот одна такая получилась у меня, и другая там тоже арена нормальная получилась. Вот такой вот, собственно говоря, тоже такие вот механизмы здесь. Я тоже использовал все навыки Redstone. Тут таймер какой-то. Да, это таймер, сколько будет, типа, спавниться мобы. Здесь также вот всякие задержки. Это, типа, легкий уровень, это средний, это сложный. Причем сложный от среднего отличается всего-то одним репитером. Вот так. Генераторы коротких импульсов, сейчас самые старые. И вот здесь всякие пауки, точнее, здесь пауки, здесь, по-моему, скелеты, здесь зомби. Там я не помню, что. Давайте посмотрим. А здесь свино-зомби. Вот. То есть можно было выбирать уровень сложности, можно было выбирать моба, который будет спавниться. Спавнились они в очень большом количестве. Вот, через вот эти вот раздатчики, как можно заметить. Ну, вот такая вот арена. Еще раз напомню, она у меня была в механическом доме. Также можете зайти, найти, точнее, на канале у меня это видео про мой механический дом. Я там делал на конкурс Дэна Шмальца обзор. И также есть обзор просто моего механического дома. Можете зайти, посмотреть эти оба видео, там я рассказываю, также и показываю эту моб-арену. Вот такие вот, собственно говоря, сегодня у нас карты. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, мы так вот такое небольшое путешествие в прошлое сделали сегодня. Как я, собственно, начинал, с чего я начинал играть в Майнкрафт и как я начинал создавать механизмы. Также у меня есть три карты. Эти карты у меня на прохождение. Можно даже зайти на одну из них, вот на карту, это пускай будет это тизером. Может, следующему видео, если это наберет много лайков, вот как можете заметить, здесь много всего, ну, много табличек, и каждая табличка написана на... точнее, на каждой табличке написаны иероглифами. И вот Vampir98, это мой никнейм был. Господи, как же это убого. Ой, ладно, окей. Давайте хотя бы один уровень попробуем пройти, потому что эта карта, насколько я знаю, она эпичная. Точнее, так снимем. По-моему. Так, тихо. Да, вот. И если мы, конечно, вот так вот выйдем, то... мы окажемся за стеной. Давайте. Гамемоды. Вот эта карта, это... Так, подождите. Мы сделаем вот так. Вот эта, конечно, карта настроилась тоже очень давно. Это самая тоже моя первая карта на прохождение. Как можете заметить, тут она построена полностью из камня, бедрока. Там только он уже начинаются более-менее золотые эти. Окей, ну, подробно мы ее рассмотрим уже в следующих сериях, если вам
естественно, понравится данный, такая вот как небольшая рубрика «Путешествие в прошлое», наверное, так ее и назову, где мы рассматриваем мои самые первые карты, мои самые первые механизмы и прочее. То есть тут тоже всякие хреновины. Очень тоже интересно посмотреть эту карту, может, даже ее и пытаемся пройти. Я некоторые механизмы я помню, вот тут я, кстати, пароли делал всякие. В общем, вот такая вот тоже карта, но это уже мы рассмотрим в следующей серии наши вот эти карты, если, конечно, она наберет много лайков, вот эта серия. Если вам, естественно, понравится такой формат, где мы просто летаем и обсуждаем карты. Ну что ж, на этом я... Давайте я выйду лучше. На этом я закончу. Напоминаю еще раз то, что если это видео наберет много лайков, я вам покажу свой самый первый канал и свой самый первый механический дом, который я строил. Тоже вот этот дом я уже даже помню точно, на какой версии строил. Версия 1.4.7. На этой версии я строил этот механический дом. Некоторые механизмы там даже до сих пор еще работают. Как ни странно. Поэтому ставьте лайки, если это наберет много лайков. Я не ставлю определенную отметку. Ну, на этом все. Надеюсь, вам понравилось такое вот, как я уже сказал, путешествие. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, а с вами был Твист. Всем удачи, всем пока.